Всем привет! Уже прошел месяц с момента съемки. Я думаю, пора показать результаты у моей Эквестрис на видосе. У моего Фаленопсис Эквестрис с интересной полосатенькой губой. Вот такое чудо, вот такие уже результаты. Вот этот лист уже нарос просто огромный. Мне очень нравится, что он гораздо больше предыдущего, и мне очень понравились темпы роста. Также очень активными стали корешки. Они очень хорошо зеленеют при поливе, хотя раньше они цвет практически не меняли. Они уже больше, скажем так, впитывают воды и работают как полноценные взрослые корни, скажем так. Хотя, давайте будем честными, не очень правильная формулировка. Но главное понять, кто что имел в виду. Так, вот эта детка тоже очень активно растет. Новый лист, все супер. Так, и кручу-верчу, запутать хочу. Вот эта детка, хоть и маленькая, тоже тронулась в рост, тоже дала хороший новый листик. И как неудобно показывать. Вот эта детка. Сейчас, вот. Под листочком тоже видно. Вот так вот лучше видно. Видно, что вот этот листик растущий, он отличается по цвету, он более светлый, чем предыдущий. И вон гораздо больше. Я очень-очень довольна такими результатами. И уже даже вот тут вот маленький листик, это вот пыпочка, она тоже уже увеличилась в размерах и тоже растет так. Пальма моя, камушки, которые подпирают, выпали, пока я крутила-вертела. Так, здесь у нас две детки. Помните, были такие маленькие намеки, теперь такие уже большие ребятки. Приятно посмотреть. И даже вот, вот этого видно, в серединке начал расти новый лист. Он дает... Корни хорошие, старые. А вот это, по-моему, тоже хотела стать деткой, но опрыскивание, скажем так, не пережила, не понравилась ей вода, которая на нее попадает, и, по-моему, расти она не будет. И вот здесь вот в самом низу еще что-то есть. Но оно очень медленно растет, хотя вот вижу, что увеличивается. Возможно, будет еще одна деть. Вот так вот. Вот такая шикарнейшая воля к жизни. Всем назло. Вырасту. Ты меня мучила, я все равно вырасту. Вот такая прелесть. Шутки шутками, но я действительно очень рада, потому что этот экземпляр мне крайне понравился. И у него нету определенного названия или варитета. И найти его потом, чтобы купить себе... было бы, знаете, как на грани с фантастикой, потому что это нужно было у кого-то увидеть такое же цветение и уже или выкупить растение, или ждать детку на том растении. А это чудо меня так порадовало. Ну что ж, надеюсь, очень надеюсь, что в интенсивном, скажем так, стиле ухода с ярким светом, с температурой поддерживаемой круглый год, с высокой влажностью, с постоянным опрыскиванием и схемой внесения, скажем так, постоянно удобрений в очень небольших дозах, но практически каждый день эти ребятки догонят нужный размер, и можно будет их вскоре уже даже посадить как отдельные растения. И я очень-очень хочу сделать из них групповую посадку. Это будет очень-очень красиво. Вот. Ах, не могу налюбоваться. Очень-очень рада развитию событий. На этом, пожалуй, все. Огромное вам спасибо за просмотр. Смотрите в описании ссылочки на плейлист про это чудо, где можно будет пронаблюдать развитие от «Я умер, у меня остались корни и цветонос» до «Привет, детки» и уже самостоятельные, практически взрослые растения. И я думаю, что буду я снимать ролики для этого плейлиста
вплоть до первого самостоятельного, скажем так, цветения этих малышей. Так что заглядывайте, смотрите, в описании всегда есть разные ссылочки. Переходите по ним, присоединяйтесь к группам, к Инстаграму, кому что удобнее. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всегда читаю, всегда отвечаю. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!